Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео у меня по проекту без вложений. Это приложение рекламное. Значит, я скачала приложение и установила программу. Значит, вот здесь у меня на панели задача, оно закреплено. И вот оно как бы не мешает. Вот это окошко, оно открыто. Показывается рекламка, и вот это баланс, как бы, и вот за показ рекламы мне начисляются денежки. Так работать она совершенно не мешает, ничего не тянет, все замечательно. Значит, кто не здесь, нужно скачать и установить программу. Я, прежде чем скачивать, отключала антивирусник, потому как антивирус не дает установить эту программу. Я еще когда начинала в интернете работать, я хотела, но я еще не знала, что можно как бы отключить антивирус. В общем, скажем так, новичок была. И я не смогла ее установить. Установила. Так, ладно. Далее партнерская программа. Зарабатываю и выводи деньги. Так, это наша статистика тут идет. Далее что? Так, главное, вот сюда нажмете партнерская программа. Будет партнерская ссылочка. Я хочу вывести денежку. Значит, опускаетесь ниже. И вот здесь будет ваша партнерская ссылочка. Так, ну, можно рекламировать еще свои проекты. Но я здесь не рекламлю. Я здесь работаю чисто на вывод. Так, выводит он только на WebMoney. Так, значит, ну, топ. Значит, вывести. Нажимаю вывести. Прежде чем выводить, нужно прописать платежные реквизиты. Минимальный вывод 15 рублей. Далее смотрите, что здесь еще написано. Так, вот здесь прописываете свой рублевой с WebMoney кошелек и нажимаете сохранить. Так, далее опять, что здесь хотела вам. Вывод осуществляется моментально. Все выплаты более 100 рублей обрабатываются вручную. Проверка некоторых заказов может осуществляться до нескольких дней. Значит, ваш заказ выплаты обязательно будет обработан в порядке очереди. Так что лучше не ждать этих 100 рублей. Пусть лучше помаленечку, но моментально. Я считаю вот так для себя. Ну, а каждый сам для себя решает. Так, значит, ну что? Ваш баланс 41,88. Заказать выплату. У меня на балансе же 87. Не знаю, пройдет или нет. Сейчас посмотрим. Заказать выплату. Обработка, пожалуйста, подождите. Отлично. Выплата успешно обработана. Платеж отправлен на кошелек. Переходим на WebMoney. И, пожалуйста, моментально. Звук слышали, да? 41,88. Даже комиссию. У меня там копейки не хватало. На балансе было 87. И все равно он прошел. Сумма 41,88 в МР. Так. 20.03. Так. Автоденьги. Логин. Это моя электронная почта. Потому что как по электронной почте. И вот число. Вот. Платит инстантом. Все замечательно. Кому интересно, пользуйтесь. Зарабатывайте, выводите. Кто хочет, рекламьте свои проекты. Я здесь ничего не рекламлю. Я даже не разбиралась, как тут это все рекламить. И работаю так, на вывод. И что вот этот еще значок, вот тут здесь галочка как бы есть. Вот он у меня, вот он зелененький, вот он у меня как бы здесь еще тоже находится. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.